В двух районах, Ширинском и Орджоникидзевском, объявлен режим ЧС. Это связано с уборочной кампанией. По данным гидрометцентра, количество осадков, выпавших там в августе и сентябре, почти на 40% превысило климатическую норму. Почва переувлажнена. Возникла реальная угроза часть урожая просто не собрать. Оставшиеся в полях зерновые посевы будут переведены в статус кормовых культур. Ситуация серьезная. Напомним, урожай в этом году ожидался неплохой, но осень подвела с погодой. И сегодня в северных районах республики убрано не больше четверти от плана. Режим ЧС будет действовать до конца октября.